Вы говорите, что такой у вас падал в ванну. То есть, если видно, вот по сравнению с пальцем, то есть, в принципе, тараканчик размером с палец. Вот сейчас он успокоится, распрямится. То он сжался, боится. То есть, если такой упадет в ванной, то, извините, обкакаться можно, это мягко выражаясь, это во-первых. Во-вторых, чтобы он упал откуда-то, нужно, чтобы дырки были больше пальца толщиной, потому что они толстые, они не просачиваются в щелочки, они огромные насекомые. И просто так везде не пролезут. Ну и по поводу писка, они не пищат, они шипят. Сейчас попробую покошмарить. Ну, покричи. Вот, слышно? Ну, на писк это мало похоже. То есть это именно шипение. То есть как бы пищать они точно не могут. При всем энтузиазме.